Замысловатый узор постепенно превращается в яркое полотно. Десяток баллончиков с краской, стремянкой и вдохновением – главные инструменты художника. Сегодня у каждого из них масштабная задача – сделать из 6 скучных автомобилей яркое заявление, декламацию. Фестиваль граффити в Ивантеевке – площадка для самовыражения талантливой молодежи. Художники разрисовывают машины в меру своего воображения, а точнее, выходя за его границы, используя самые разные цветовые сочетания и формы. Я тоже попробую себя в роли граффитчика. Самое интересное как раз-таки это придумывать, потому что это сложно, но так занимательно. Сложно, наверное, придумать скетч, подобрать цвета, идею и потом все-таки это воплотить на холсте. Организаторы фестиваля – отдел по делам молодежи и комплексный молодежный центр, а также творческое объединение «Color Town». К масштабной подготовке подключились любители искусства. Один из них – Сергей, который не просто предоставил помещение, но и предложил использовать свой рабочий автотранспорт в качестве холста. Это очень интересный автомобиль. Это мобильная мастерская. Ну вот, она будет ездить по выездам и ремонтировать гидроборта. Да, у нас такая специфическая работа. Уникальному автотранспорту уникальное изображение. Индивидуальность мастерской на колесах придает художник из Москвы Клим СКБ. Сегодня я рисую одну из очередных своих деревянных масочек. Я, так сказать, люблю всякие такие этнические рисунки. Но, в принципе, это кора русского дуба. Такой позитивный смайлик. Он, правда, будет со стрелами. Немного израненный, да, так сказать, жизнью потрепанный. Но, тем не менее, вот это полотно будет создавать впечатление, как будто она развивается на этом автомобиле, когда он будет ездить. Ну, такой вот стрит-артик небольшой придумали. На грузовике я уже не первый раз рисую. У нас как бы это модно, да, все-таки прикольно, когда твой рисуночек ездит, много народу смотрит. Называется это у нас трафиком, да. Поймал трафик, типа там сделал трафик, запустил трафик. Но, ну, это такая игра, да, отправить свой какой-нибудь рисуночек, путешествовать. Самое главное, считают организаторы, привлечь и вовлечь молодежь в творчество, креатив и самореализацию. Граффити – одно из самых модных и неординарных направлений в искусстве, которое может и должно служить обществу. Например, сохранять память о наследии малой родины. Ивантеевские граффитчики уже зарекомендовали себя. Портрет адмирала Жильцова на фасаде дома по улице Первомайской, изображение Льва Яшина на подстанции Советского проспекта – это все примеры художественного оформления экстерьера. Цель мероприятия основная – популяризировать, естественно, этот вид художественного искусства, привлечь внимание общественности к нему, потому что это невероятно интересно и красиво. И, конечно же, разнообразить жизнь нашего города и сделать ее более яркой. За время проведения фестиваля 12 участников раскрасили 6 машин. Встретить их теперь можно будет в Москве и Подмосковье. Людмила Ермакова, Сергей Денисов. Программа «День за днем».